Вообще все республики Советского Союза будут втянуты обратно в адский котел. Друзья, это будет действительно большой адский котел, и как его пережить, трудно понять и сказать вам, или подсказать что-то, потому что адский котел – это то, что запланировано, и запланировано давно. Убежать? Можно убежать. Но куда бежать, друзья? Во многих местах будут адские котлы. Во многих местах. Вот Украина теперь... Куда-то делся, кстати, министр обороны, хоть вы там и говорите, что он где-то уже появился. Ну, если появились консервы, друзья, то это не значит, что появился сам Шойгу. Что с Шойгу, мы не знаем. То ли он жив, то ли нет, то ли он в бункере, то ли он на облаке сидит в созданном космическими программами городах, которые летают сейчас в космосе на полном серьезе, друзья. Это не что-то уникальное. Почему-то у многих людей вот так воспитали мозг примитивно, что они думают, что невозможно. Ну, невозможно построить там корабль, на котором будет город-сад, и где будут жить богатые люди планеты. Им кажется, это невозможно. И вот с собой ничто не унесешь. Вдолбили опять-таки в голову, что можно унести, а чего нельзя унести с собой на те космические программные корабли, города, которые давно-давно бороздят наше небо. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Кстати, о куполе над нами я сказала еще так давно, друзья, в 2015 году, когда никто не рассуждал. Ну, потом подхватили, и все знайки стали кричать, что купол над нами. Уже какой купол? Уже начинают расписывать. Ничего не понимая, но расписывают, какой купол. У меня есть ролик, по-моему, 2015 года. Я помню, я записывала его в Стамбуле, сидя перед экраном, установила себе технику и записывала. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Вот этот купол я записывала в 2015 году. Стамбул. Совпадение? Видите, какие бывают совпадения? Конечно, друзья, хорошего вам дня и хорошего настроения на всю следующую неделю. Дай Бог, чтобы не разразился этот конфликт. Но российские войска уже вошли туда. Так что об этом в следующем ролике.